Всем привет! В эфире Питер ТВ и передача всеми любимая «Гараж Ньюс». К сожалению, мы сегодня выходим последний раз. И поэтому мы решили устроить замечательный новогодний выпуск, подвести итоги уходящего 2013 года. Да, на самом деле в конце декабря очень модно подводить итоги в различных областях. Это касается не только «Гараж Ньюс». Но, тем не менее, мы свою работу честно выполним и тоже подведем итоги наших новостей. И первую номинацию я доверяю открыть тебе. Ну что, барабанная дробь. И номинация «Самое нелепое предложение». Так. Самым нелепым, по мнению СПБ «Авто», оказалось сделать Невский проспект пешеходным. Да. И те, кто не успел сделать в прошлое 9 мая аватарки на Невском, смогут спокойно это сделать. При этом я тебе могу сказать больше. Даже не придется ждать 9 мая, потому что скоро 31 декабря. И 31 декабря, да, можно будет забабахать себя аватарки на Невском. Но ты понимаешь, там проблема в чем? 31 декабря – это будет ночь. А камеры их телефонов? Просите у родственников в подарок на Новый год хорошие смартфоны, которые будут способны снимать в темноте. Ну что, Слава, перейдем к следующей номинации. Да, далее у нас вопрос года. Очень тревожная номинация, потому что огромное количество вопросов было задано автомобилистами в этом году. А один из них когда дошел... Когда сделают там дороги. Да, когда сделают дороги, когда там отменят транспортный налог. Когда сделают дороги. Огромное количество вопросов. Один из них дошел даже до Дмитрия Анатольевича Медведева, на который, собственно, он и ответил. Сделают дороги? Нет, ему был задан вопрос, когда же, наконец, подешевеет бензин? Вот это вопрос года, и Дмитрий Анатольевич на него ответил честно, да? Да, он сказал что-то типа... А когда подешевеет? Он, по-моему, сказал никогда. А между тем, следующая номинация – это сумма года. Сумма в цифрах. Сумма в цифрах. В рублях. В рублях, да. А, опять же, много ходило всяких цифр в этом году в автомобильной среде. Но, на взгляд наш, самая красивая сумма была 32 миллиарда рублей, которые хотят потратить на развитие безопасности дорожного движения. Далее у нас законопроект года. Мы его чуть-чуть не поместили в самую... в номинацию «Самое нелепое предложение года». Законопроектом года у нас стало, конечно же, замечательное предложение нашего бывшего, коллеги Вадима Тюльпанова, который, собственно, выдвинул предложение, что предложил зимой перемещаться всем на зимней резине, то есть запретить летнюю, и наоборот, летом перемещаться всем на летней резине, то есть запретить зимнюю. Ну, это отлично. Настал декабрь, и что мы видим на улице? Что мы видим на улице? Плюс 7. Слушай, да, но при этом все на зимней резине. Да, все на зимней резине, и много кто об этом жалеет. Ну, я, например. И я, например. Потому что... И вот наш оператор Евгений, он тоже на зимней резине, и тоже жалеет, как он нам сейчас показывает. Потому что, ну, цокаешь по асфальту шипами, это шиповано. И в принципе, сейчас можно переобуться, наверное, в лето поездить пару дней. Ну и завершаем мы наш сегодняшний замечательный вечер. Номинации «Конкурс года», куда, к сожалению, вошли не все наши проведенные в сообществе конкурсы, как «Мисс СПБ Авто», конкурс на календарь и совместные конкурсы с «Питер ТВ», очень замечательные и с обилием призов. А сюда вошел конкурс от нашей любимой компании. Которая не рассчиталась за прошлый выпуск. Да, которая до сих пор не рассчиталась за всю рекламу, которую мы давали на телевидении, но тем не менее. «АвтоВАЗ» недавно проводил конкурс на лучший... И проводит его до сих пор, мне подсказывает человек слева. На лучший дизайн нового автомобиля. Ты участвуешь? Я помпончик переложу. Да знаешь, Слав, я отправил им свой эскиз, они сказали, к сожалению, это уже выпускается. Вот. А что ты отправил? Вот эти тазики, да? Ну, такой там веселый тазик, да, они сказали, что автомобиль Лада Калина уже выпускается. И, в принципе, конечно, мои доработки они готовы принять. Но они несущественные. Будут ждать что-то более классного. Слушай, на самом деле, сейчас новогодние праздники. Народ будет отдыхать. Муза будет приходить к людям. Я думаю, что самые сочные предложения будут именно сейчас. Они выложат салатом на листы А4. Возможно, салатом. На скатерти. Представляешь себе, сколько этих потрясающих работ скатерть, люди, может быть, даже те, кто творческие люди, ставят скатерть в рамку. Конечно. Ну, как картина. Лицо, да, и салат. И там будет отпечаток салата. Вот. Вот там можно будет, я думаю, рассмотреть и горку, еще что-нибудь. И вот и самое главное, что что-нибудь из этого точно выиграет. Ладно, давай пожелаем нашим телезрителям, нашим наступающим году всего самого лучшего. Поменьше аварий на дорогах, поменьше пробок, естественно. Ну, чтобы у вас все было хорошо, смотрели
наши выпуски, чтобы, будущие, чтобы... которых не будет больше. Чтобы... Ну, вы их смотрите, чтобы... можете пересматривать. Да, пересматривайте наши старые выпуски. Всем пока! Пока! А вот и новогодняя магия! Что, лопнуть? Что, лопаем, да? Сейчас, подожди, взорвем. А что у нас? Ну... С Новым годом!